Всем привет, вы не... Короче, всем привет, вы не дома и не... И у Данила. Вот. Вот. Мы оказались в болоте, значит, этот ролик называется «Я не должен говорить слово алмаз». В прошлом ролике я аж два раза сказал «Это деревня!» Я проиграл. Наша цель — алмаз. Короче. Вот. Мне можно говорить, пока я не скажу... Например, начали играть. Тогда уже нельзя алмаз говорить. Начали играть. Нам надо найти в деревне изумруд. В этот раз я не проиграю и найду изумруд. Я за собой слежу и найду изумруд. Одна попытка, чтобы не проиграть. Я боюсь сказать то слово. Ребята, рубим дерево. Не будем говорить про изумруд. Изумруд. Короче, дерево мы добыли. Изумруд не добыли. Короче, у нас верстак есть. Да. А, не, я дерево выкинул, дурачок. Короче. Нам нужны досочки, ребяточки. Потом верстак. Нам нужен верстак, ребята. Так, сейчас мы будем кирочку. Нашу кирочку и ручку. О, Ирочка, здравствуйте. Короче, если я найду деревню, но вернусь. С изумрудом я к вам приду. Ребята, иду и вижу, тут свинки у нас разродились. Деревни вообще нету. А изумрудов тоже, наверное, нету. Цель — найти этот изумруд под именем изумруд. Ну, вы знаете. Опять свинки. Нету изумруд, деревня, все другое. Главное... Не проболтаться. Подождите, сейчас глянем. Повсюду нету деревни. В прошлый раз я говорил в том ролике, нужна кузница. Ну ладно, найду деревню и вернусь. Впереди нету деревни изумруда. Придется делать вторую часть. Пойду туда, а вы ждите деревню, пока я найду. Ребят, там деревня, я к ней подойду и к вам вернусь, потому что видео хочу не затягивать и на важных моментах это делать. Там, конечно же, изумруд лежит. Кузница, что, маленький ребенок? Кузнич, здорово, москвич. В рифму. Кузнич, москвич. Ребята, мне повезло. Ребяточки, ёшкин кот. Мне можно говорить слово. Все, игра закончилась. Я нашел алмаз. Пока-пока. Следующий ролик будет такой. На 10 лайков. Всем пока-пока.